Сипсик, Огрики, пришельцы и Суперпанда. Все эти необычные существа ждут тебя в июльских мультпремьерах. Сказка о зеленых человечках Огрики в кинотеатрах с 1 июля. Семейство Огриков на большом зеленом драконе прилетает в тихий город Нюхвиль. Но местные жители почему-то им совсем не рады. Лишь юный изобретатель Макс и его подруга Лотти знают, что только Огрики могут спасти город от надвигающейся опасности. Мультфильм «Панда против пришельцев. План спасения Земли». В прокате с 8 июля. Что делать, если вредный сиреневый пришелец хочет уничтожить твою планету? И все надеются, что ты ее спасешь. Как всем объяснить, что ты лишь играешь супергероя в популярном телешоу? А никак. Придется собрать волю в пушистый кулак, отбросить все панда-страхи, найти единомышленников в стане врага и разработать план спасения Земли. Премьеру мультфильма «Сипсик» ждем 29 июля. Руби скоро исполнится 6. А ее брату Марку уже пора идти в школу. Чтобы сестра не скучала, Марк делает для нее тряпичную куклу. Сипсик оказывается непростой игрушкой. Он оживает и становится главным товарищем Руби. Парочку ждут приключения, а Марку придется вернуть свою утраченную веру в чудеса.